Режут козырек, срезают и обшивку. В халяльном кафе на Кировском рынке из гостей внутри только рабочие, занимающиеся демонтажом. Им не нужны ни столы со стульями, ни столовые приборы, которые вынесены на улицу. Вместо ложек и вилок орудуют циркулярной пилой и ломами. Нелегальная столовая подлежит сносу. Владельцы кафе были заранее предупреждены о сносе незаконной постройки, но никаких действий за это время не предприняли. Теперь вынуждены со стороны наблюдать, как демонтируют таверну. Пока подрядчики полностью разбирают кафе, не щадя ни стен, ни потолка, владельцы других незаконных ларьков в спешке выносят мобильные аксессуары, кофточки и брюки на улицу. Потому что не хочется вместе с помещением потерять и свой товар. Ведь через несколько минут высокий кран с четырьмя крюками, внешне крепкий и устойчивый ларек складывают как карточный домик. Безопасность демонтажных работ обеспечивают сотрудники полиции. Также силовики провели специальный миграционный рейд. Всех продавцов, у которых закончилось временное разрешение на пребывание в России или нашлись поддельные паспорта, забрали в отделение. Их судьбу будет решать суд. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий мы проверяем документы у всех граждан. Те лица, у кого выявлено нарушение, доставляются в отдел полиции для дальнейшего разбирательства установления личности гражданина. Работы по сносу незаконных киосков на территории Кировского рынка продолжат и в следующем году. В начале декабря городская администрация будет выбирать подрядчика для демонтажа. Сносить торговые точки будут с января по март. Под железную руку кранов попадут 50 киосков. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.